Вопрос по Харару. Я уже говорила, Харар обойти невозможно. Много раз. Это ответ на вопрос, в какое бы вы время не открыли эту карту, когда бы вы ни родились и в каком бы месте вы ни находились. Если вы открыли, значит, вы правильно узнаете ответ на этот вопрос. Вы в другое время эту карту не найдете и не откроете. Вот вопрос такой: стоит ли затевать это дело, любое дело, о котором бы вы ни думали, начинать, затевать, менять? Так вот, ответ категорически нет. Делать его не стоит ни в коем случае. У вас не получится, при всем том, что кажется оно очень многообещающим, у вас не получится оно. И мало того, вы утратите к этому интерес какой-либо очень скоро. А если попытаетесь, налетите на одни проблемы, какое бы оно ни было заманчивое. Это очень категоричное нет. Просто нет, и все. У вас неверная информация, у вас азарт, что угодно, но категоричное нет. Это обольщение, но не реалия. Это дело нет, категорически. То, о котором вы спрашивали, и то, что вы задумывали –